Поечку. Понял? Я-я, да ты фантастич, я. Здорово. Что вы? Ничего. Так, кофейку ты пил, кофейку? Я пил кофейку. Заходи. Два американа. С молоком? С молоком. Один с молоком, один без молока. Ты будешь? Вместе. А ты будешь? Не, я уже пил. А? Видеокамера. Да он меня снимает, а не вас. Могу вас снять, хотите? Кто сказал? Просто понимаешь, в чем прикол, блядь? Ко мне разморозили. Если где-то трещина хорошая пошла, нихуя его уже не спасил. Да не, может прокладку подорвало, да, Злата? Ну просто прикол в чем, что какой-то, блядь, месяц поломок, блядь, и несчастье каких-то. Вот в чем прикол. Это общественное место у вас? Да. В общественном месте можно снимать. У нас здесь нет. Да. Как не надо. Да он меня снимает. Я понимаю, но нельзя. Выйдите на улицу, пожалуйста. Так он вам клиенчик пиарит. Смотрите, вот теперь я вас снимаю. Не надо, понятно? Не надо этого делать. Ну вы так просили сильно, я вот теперь вы вас снимаю. Слышите, я вам говорю? Нет, не слышу. Сейчас опять перегрузочка. Есть. Вас тоже нельзя снимать? Нас нельзя снимать, что не понимаете? Вы сейчас милицию вызовите. Вызовите милицию. Вызовите. Вы скажите. Не имеете права этого делать. Чего не имею права? Потому что на двери написано, пить нельзя, снимать. Что вы снимаете? На заборе тоже написано, девчонки, не это самое. Чего вы так, чего вы такие злые? Так что, Макс? Что, в общем? Предлагаю тебе, блядь, сотрудничество. Нихуя себе. Я думал. Перед смертью, кому ж передать свое, блядь, веками нажитое, блядь, нихуя. Блядь, ну это честь для меня. Все в порядке, никто ничего плохого не делает. Так я ребят и снимал изначально. Так я могу снимать в общественном месте, чего вы взъелись? Не надо нас снимать, вас хочешь, а все, спасибо. Так я ж не дома вас снимаю, я ж в общественном месте нахожусь. Детский сад. А что они все так реагируют, ты не знаешь? Да. Коли ничем, блядь, на Алексеевке. Да что они так себя ведут? Старомодные люди, блядь. Да. Нельзя их снимать. Если бы ты пришел с вот этой, типа, здоровой камерой, написано сзади ТВ, понял? С этими, с подсветками, с микрофоном по проводу, понял? Вот они были рады. Если еще бы спросили, а где нас будут показывать и во сколько, понял? Итак, статистика такова. За два месяца наших... Какие два? Ровно один прошел. Ну, один месяц, да, наших суперских видосиков. По 80 просмотров на видосе мы потратили 200 баксов на выпуски. И это всего лишь 8 серий. 8? Ну, 9. 9 серий. Вот, ребята, сложно вкладывать. Вкладываешь, но скоро надеюсь на ваше... Блядь, не хочу, короче. А так, когда человек уже, блядь, с такими миниатюрными, понял, камерами, уже кажется, что это уже какая-то хуйня подозрительная. Не, если микрофон под цвет на вес, то уже будет как раз выглядеть солидно. Ну, тогда надо эту фреймут вызывать сразу. Сходу, да. Я уже даже не знаю, как с ними разговаривать. Видишь, я уже стараюсь не конфликтовать как-то. Думаю, ну что им сказать? Ну вот что им сказать? Если я пойду в тот киоск, ты же пойдешь со мной, да? Конечно. Да не, ну пойдем, Вован, погнали. Ну я не буду снимать, все, сел аккумулятор. Вот. Ты что, согласен? Походу. Получить? Боёт, нихуя, блядь. Нихуя, блядь. Ну я же говорю, это честь для меня. Я, получить, блядь, твое нихуя, это, блядь, с утра до ночи, это уже дохуя, блядь. 24 на 7, 3 года подряд, блядь, трудился над этим нихуя. И вот оно. Нихуя, блядь.
Ну, огонь. Мы только одно условие. Давай. Чтоб, блядь, это нихуя, блядь, не превратилось в какую-то, блядь, хуйню. Хуйню, блядь. Лучше пускай оно останется нихуя, чем, блядь, пиздец. Согласен? Ну, хуй его знает. Уже... Попотеть придется, чтоб сохранить это нихуя. Ну, это годится. Это интересно. Работа за идею и за... Ну, это как обычно. Хавчик. И в итоге нихуя. Но мы продолжаем, пока я еще жив. Он никак не на разрыву ни на что не видит. Дрых, блядь. Ну, пару котлов, блядь. Дёргается, им, блядь, обороты сильно низкие. Где шире? А ну, пожалуйста. Теперь вот это вот с вами. А? Вот это пластмасса. Вот это? Вообще, это же, по идее, воздуха может быть. Ну, может быть, понял. Может, была машина, что воздуха, ну, вот так вот ходили сюда. Хрен, да, а капот там лежит. Некуда терять. Привет. Теперь ты оператор? Да. Красавчик. Идет более приготов. Ебать, там уже люди на квадроциклах катаются. Могу реально года три на квадрике там. Как дела? Что у тебя вчера? У меня... Отдохнул? Да. Красава. Лога только. Что ты проебал? А мне купил? Какой-то из них твой. Угу. А ты пил? Ты проебал? А? Взял телефон в руки, выключил будильник. Телефон ёбнулся и всё. Телефон дальше. Серьёзно. Но вчера было лучше, скажем так. Я вчера вообще не запускал. А это ж у нас же этот блог свой есть на ютубе. Пацаны снимают, потом выкладывают. И потом? Выкладывают. И что будет? Ничего, просто, ну. О, булочки подъехали. А что ты мне сказал, ты принес? Сейчас покажу. Он столько булочек скупил, походу все куленичи. Да, а булочки не мои. А вот давите какую тему. Блок питания на сколько? На 5 ампер. Подгон, да? Маленький. И еще один. Ну так это светодиоды можно запаять. Можно. И не только. И еще один на 2 ампера. Здорово, пацаны, приятного. Пацанов обед, а ты что пришел? Пили. И убирать говно. Это твое наказание. Единственное, что может надо было, блядь, прежде чем закручивать, делать насечку. Хуечку. Блять, это ж подонок. Ты на камеру, блядь. Так что? Давай теперь что делать? Подключать? Целоваться. А это сколько? На 2 ампера. Блять, а что тут? Я не знаю, он какой-то реально легкий. Я от него камеру на наблюдение. Да. Воздух магический или что, блядь? Китайские радиодетали, блядь. Пиздец.
Он даже как-то работает. Так. Я компрессию мерил, снимал клапанную крышку, смотрел, что там по затяжке. Но это на работу конкретно, если он не заведен, то никак не будет. Удаляй! Блядь, пиздец. Такого нельзя показывать, что я, блядь, су, прям на телетолию, блядь. Телетолия! Да, может быть, нет. Переливай. Стекло протирать нельзя, чушу. Ну, вообще нельзя, да. Рома, если ты увидишь этот выпуск, мы не ездим на машине, это один раз. Надо человеку помочь. Ну, они за замком приедут в 3:30, чтобы успеть. А аккумулятор есть живой? Ты здесь? Я. Да ты фантастич, я. Есть. Ну, найдем, наверное. Сейчас, давай я наберу горячей воды, потом все заведется. А, блядь. Видели вот этих, типа, людей, которые играют на улице, типа, вот эти, каких там, барабаны уличные, там, под ведер пластмассовых, кто-то сделал себе какую-то, как это, инструмент из труб, там, ну, знаешь? Вот видишь, бля? Ну, бля, деревянная нога, ебаная. Да, ей надо поработать просто зимой. Да подожди ты, говорю. Ну ж будет обдувать и потеть не будет. Говорю, да подожди ты, она не греется, тебе говорю. Так она не надо, она вообще сейчас не нагреется из-за... Так она не должна нагреться, она просто обдувом сейчас вот это вот, чтобы мокрая. Чтобы мы поехали, она должна нагреться. Она не едет холодной. Кто тебе сказал такую глупость? Я знаю. Что ты там знаешь, блин? Пиздец. Она сейчас заглохла. Вот видишь, она не едет, просто не хочет ехать. Пока она не едет. Редуктор надо было полить. Какой редуктор? Она была бензин. Ну а что, редуктор не надо полить? Какой? Да какой-нибудь, блин. Вот сейчас включается. А нахуя? А, это Ставрия. Это Ставрия. Перекосиванная, да? Да. Колобуть он играл. Перекосиванная. Она искосится, а никого... У тебя двойка в 500 раз мягче, чем Таврия. Кентаври. Ну что, когда ты вернешься? О, вопрос. Тебе не нравился этот генератор? Его, блядь, разбирать, смотреть, блядь? Или оставить его и собирать все дальше?
Но к нему доступ легкий. Просто на генераторе висит ролик обводной на ремень. Ну, то есть на болте крепления. Ты что? Мне так хуёво и закрывали. Ну, раз? Надо утёму узнать. Кентаврик. Кентаврик. Давай притащим его сюда. Угу. Да? Вот так вот запускаем движки в зиму, блядь. На газу. На газу. На газу. Поджигай. Это ваши инжекторные машины надо крутить по 300 миллиардов часов. Не то, что карбюратор, да еще и на газу минус 40. Но будет несколько нюансов. Вот, на реке ключ в любом положении, в принципе, можно вытащить. Вот, тут много лишних запчастей осталось. Да, потому что по-другому никак не сделаешь, выработка. Потому что реально выработка. Попробуй. Цигалики не стали поменять. Хоть трак можно. А как дальше, это мы попробуем новый завод. То есть недавно какой-то чужок он проходит и что с ним дальше может быть. Сейчас он работает нормально. Вот, получается, эту хуйню надо развернуть. Так, вот этом положении. О. Блять, покрутил, я уже забыл, в какую сторону ставить, пиздец. Надо купить замок новый, но у людей нет столько денег, короче, пришлось починить как получилось. А сколько там запчастей осталось от этого? Все, блядь, я залупился, пиздец. Я сделаю так, что ты приедешь, блядь. У тебя выбора не будет просто, ты понял? Мне подпилишь, блядь, пружины или что? Да нет, я другими методами. Я сделаю так, что никто... Короче, я что-то никто в городе, придумал, да, не будет? Я что-то придумаю, короче. Понятно. Чтоб ты поменял свое отношение. Или он тебе отдал? Он тебе отдал. Я тебя еще потом спрашивал. Ты говоришь, у меня два. У меня один, я тебе отдал его обратно. Ты не отдавал. Я вспомнил. Ты мне когда-то подошел и сказал, да, у тебя же два, я говорю, да, вот, на тебе один, я тебе отдал, вот. У меня на связке тут бывает по два, по три одинаковых ключа. Что, Сахамыч? Это блок, блин, я 4000 гривен я его брал. Какой блок? Блок управления спортивного. Так у меня дело в том, что отношение было изначально вообще крутое. Не, вообще классно. А, испоганилось, да? Причем в один день, ты понял? В один день. Ты хоть такому не говори. В один день. Так я тебе говорю.